Вот куда ты сейчас пойдешь? А я знаю, куда я пойду. И пофигу, что все куда-нибудь не туда пойдут. На балкон пойдешь, да? Да. Вот прям так и думал. У тебя что А20, что Пантера, что КВ, что Маус? Нет, но почти. Потому что как-то на той технике, на которой я играю, вот как-то вот по-другому никак. Даже не знаю, куда мне идти. Кишка. Ты самый тяжелый вообще танк, в чем в мире здесь. У меня пушка, которая пробьет любой из этих танков. И даже Маус. Да. Главное, чтобы меня прикрывали своими тушами самые тяжелые танки. Но они не будут этого делать. Я еще и самый медленный, так что они по-любому меня обгонят. Ну это да, но они не будут, так что ты выехал, стрельнул, а перед этим стоит как бы танк своим корпусом закрывает. Поэтому тебе, ты выехал, пока будешь сводиться туда-сюда, тебя уже убьют. А я не буду сводиться. И это правильно. Вон тебе написали, кто тебе права давал. Это Су-85 в Тигр впилился на полной скорости в бочину, еще таранило его там полчаса. Ясно, ясно. Стиг, погодь. Все, точно, я буду называть эту штуку Стигом. Штуга? Да. Стигом. Я предлагаю после этого боя сделать технический перекур. Отметит это дело, да? Не, просто покурить. Пошли, пиво попьем. Не. Подумаешь, 12 часов ночи. У меня уж башка болит. Какой башка болит? Ты что, весь день бухал, что ли? Нет, я весь день спал. И что-то как-то... такое фиговое состояние. Так, ты завтра на учебу? Так вот, а да. Печально. До субботы, фигушки. Не буду свободен. А может даже до воскресенья, смотри, как похмелье будет. Вот, я же сказал, не буду сводиться. Чисто повезло. Да так не, это, я в субботу работаю, и завтра я тоже работаю. Ну, как бы, завтра я с 3 часов дня работаю. У меня тоже башка раскалывается. Твою налево. А я уже уехал. Я в 6 вечера проснулся. А у нас уже базу сейчас будут брать. Хорошо, хоть арт у нас умные. Какие, мать его, дебилы поперлись вообще всем скопом. А MX-38, что он здесь решил сделать? Давай-ка, возвращай-ка. Ну, я-то вернусь, но я не вижу, кто на базе. Увидишь. Теперь видишь. Да, теперь вижу. А теперь и КВ-шки сейчас той накидают, или что это? Да, это КВ-шка. Сложусь. Только не промахнись ты. Блять, он поехал куда-то. Ну остановись, ну пожалуйста. Он за камушек встал, твою мать. Арте сейчас будет капут. Он за камушком, Копчан, что делать? Не знаю, сам уничтожайся. А вось осколок от твоего... Трака. Нет, попадет ему в башку. Я сначала убью этого. Ё, твою. Ну это все. Это да. На кой ляд вообще все поперлись? Я тебе говорил, не едь туда. Нет, ты поехал. Зачем? Так я поехал в числе из первых. На кой черт туда вообще все поперлись? Непонятно. Как в прошлый раз? Нет, в прошлый раз было не настолько дебилистично. Вся команда жива, но... Блин, я забыл за тебя посмотреть, сколько перезарядка. Ой, у меня 1 124 000, то есть я поднял 200 с чем-то. Миллион, ну блин. Мне теперь надо еще поднять 1 000 000, и тогда 44 наконец куплю. А мне надо дописать стихи, я не знаю, как начать. Я думаю, надо начать с шатильон-батильон. Шатильон-батильон, француз-почтальон. Прислал мне игру. Поиграть я пойду. Херня. Ну иди. Бухать я пойду. Наркоман. Подарил мне игру, продам и
А, подарил мне игру, и ее я пропью. Банан. В банан едет наркоман. То бишь я. Сейчас. Кто? Вот видишь, спрашивает, кто? Кто наркоман? Я наркоман. Я наркоман. Ну, ты больше понимаешь, просто как бы наркоманы ездят со 107-миллиметровой пушкой. Соболезную. Что соболезную-то? Это весело. Су-76, но ты отсюда не можешь стрелять. У тебя нету, не хватает выше. Ай, идиота, кусок. Куда ты тут? Ой, блин. Супер-дупер. Да меня это бесит просто. Это Су-76. Даже я знаю, что она здесь вообще ничего не может сделать. Сейчас, Копчанский, я сейчас их обойду там с фланга. Ты что, знаешь слово фланг? Нафиг тебе это слово? Все, блин. В гусли ушло, блин. А я не попал. 300 урона нанес только в бочину КВ. Все в гусли ушло. Запарили эти лаги. Че там Виталик делает, блин? Порнух скачивает терабайтами, блин. Сколько у вас там осталось? Чуть-чуть. Блин, сейчас, вот ПЗ 3-4, хрен с ним. Стига убили. Копчан, Стига убили. Но он каждую передачу помирает. Я так и не посмотрел новые сезоны. Топ гыра. Ща я тебе помогу, Копчан. Я уже еду. Поможешь? Нет, я в смысле в банане. А, ну нафиг надо. Не понял. Я тебе, значит, помогать еду, а ты мне говоришь, значит, нафиг надо? Да. Че, зверел, что ли? Ты бы лучше налево развернулся, там песчаный маус, песочный. Ага. Я бы мог его сам убить. Наверное. ПЗ-38Т? Тихо, не стреляй в него. Кого? Я ни в кого не стреляю, я перезаряжаюсь. Меня ПЗ-38Т не может пробить в зад. Я его так боялся, вылез бы побольше. Нас по кругу обходят. Чё, никто нас не обходит. А, по горке обходит. Крутится, вертится танк головой. Крутится, вертится, стреляет фугаснёй. Крутится, вертится. Он гамасек. Ой. Меня спалили. И это печально. Ничего, сейчас замочу. Точно? Ты в этом уверен? Да, вот за угол. Да за... я уже заезжаю. Да, вот так вот, да. А, черт. Да. Вот так и стой. А вот и нет. Да чтоб вас... Я хотел его убить. Ты? Ты хотел от него спастись? Нет. Я вообще-то от другого спасался. Как так? Это же почти в упор было. Копчан, у нас на базе 2 танка, я думаю, с ними справятся. Знаешь, лучше не думать вообще. Ну пойдем на захват, что ты? Да их уже убили. Ладно, идем на захват. Идем на восток. О, может я арту спалю ее так сейчас. Бабах. Вот на этой карте круто. Там есть, короче, видел, да? Где две Т-50, что ли? Заехали, одна вторую прикрыла. И все. Чего? Сейчас покажу. Две Т-50, одна вторую и все. Прикрыла. Ну и? Ну все. А вторую... А первую убили, а вторая, которая осталась под прикрытием, ее было никак. Я добью, Копчан, не надо. Скотина. Да. Вот сюда, видишь, тут, короче, вот эти ворота. Ну, там ворота, короче.
4000 надо. Сколько? 4000 еще. А сколько стоит? 14400. А я только 9000 поднял. Ну я сейчас 1032 опыта получил. Ты крут, я получил, а я не смотрел. Блин, я опять перезарядку забыл посмотреть. А где у тебя перезарядка-то написана? У тебя же в процессе в бою в прицеле. Ну да, я же говорю, я и хотел посмотреть. Да, уже третий бой, не можешь в бою посмотреть перезарядку, которая у тебя постоянно на экране. Я постоянно занят, как сказать, экшеном. Трекшн контролем. Да, экшн контрол. Сейчас через 13 секунд я скажу, сколько у меня будет перезарядка. Шайтан есть? Да полная шаверма этого шайтана. По-моему, все с шайтанами. Нет, тут 207-х. А, почему-то теперь перезарядку не нужно. Истоковые! 307-х. 24 секунды, 57 миллисекунд. Ну, посмотри на это пиршество, КВшек у нас в команде. Я у вижу. Нас в команде. Что в топе, что и в жопе. Всем удачи, пацаны. Чё ты сказал? Пшёл на! Ты что, пьяный? Я обрезгиваю его удачи. Смотри, он пожелал мне удачи, я сейчас сдохну. За рашу, соло-раш. Колораш. Помнишь видос Колораш? Нет. Там, где бабки там устраивали оргию и жрали свиную голову. Такого не смотришь? Нет. Зря. А по-моему, наоборот, не зря. Да по-моему, не по-моему. Помой меня. Что-то кого-то убили уже. Ах ты. Первый фраг. Ваншот КВ. А у нас тут Т-80, что там такое, Т-82? Хочешь избавиться от геморроя? А? Вот, видишь, я спросил, и проблема уже решилась. Там, короче, Т-82 заехала КВ взад, стрельнула у него фугасом, ну там единственная фугасница, по-моему, Т-82 у этой. Сняла 72, отъехала назад, я ее добил. Все. Конец истории. Ты, да как ты смеешь? О, сзади меня какой-то КВ тоже спрятался. У тебя сзади постоянно кто-то прячется. Про личную гигиену забывать не стоит. Да. Целься в меня полностью. Как Кого? Раз под танки подходит полное сведение. Целься в меня полностью, а пока без сведения в тебя шмальну и убью нахер. Мардер там что-то стоит, реально меня выцеливает. Ох ты, зараза, у тебя уже два фрага? Да. Так, стрелять 100% или не 100%? Конечно же не 100%. Черт. Кто мне звонит? А, Толстый мне звонит. Сейчас, погоди, я вырублю пока микрофон. Окей.
Ты еще живой? Пестол! Пестол! Че? Куда свою голову засунул? Че? Куда ты свою голову засунул? Да? Открой скайп. Нажми на кнопку, получишь результат. Короче, все, Капчан, я отошел на 5 минут. Меня убили после того, как ты отошел, меня сразу. Куда ты отошел-то? Курить? Нет, ты отошел. Меня сразу убили. А я... Ну я на одной рукой начал играть, поэтому я не смог ничего сделать. Ладно, все, я отойду на 5 минут. Окей, тогда я думаю, смотреть пока в этом бою больше нечего. Встретимся уже в ангаре, когда все будут в сборе. Так, ладно. Точно последний бой? Да. Не хочешь все-таки до фугаски? Ой, то есть... Не, у меня тут... почему башка болит. А у меня вообще отваливается. Я пойду лучше спать. У меня 3 дня... премиум осталось. А денег нет вообще. Вот сейчас последний с Яндекса снял деньги. Последние 49 рублей. Снял 40 рублей. Чтобы заплатить за мобилу. И все, больше никакой электронной валюты. А кто-то говорил пивка пойти попить. Да. За твой счет. За мой счет не получится. У меня надо в банкомат идти. Я такой богатый, мне присылают все деньги. Все присылают деньги. Наверное, все так думают, что все присылают мне деньги. И поэтому не шлют сами. Куда я поехал? Где? А, вон ты где. А я думал, ты там, я туда и поехал. Поэтому у меня 9 рублей на электронном счету. Так. Сам-то где? Сзади? Передумался? Ага, уже качусь. Идет КВ, качается. Подыхая на ходу. Вот-вот ХП кончается, сейчас я лопну. Да. Рифма. Рифма не слышал. Куда они встали без прикрытия? Ваншотнуть что ли кого-то хотят? Там некого ваншотить. Я знаю, какого будет сценария. Сейчас сбоку обойдут, да и все. Действительно никого нет. Видать, сбоку попер. Слушай, где танки-то? Может, на зеленке? А о. Вот и нет. Француз, собака. Винсент Кассель тут едет. На нашу базу. Вон, смотри, их светанули. Видишь, сколько их толпа уже едет? Да, но лучше бы я этого не видел. Находясь в этом месте. Я на базу, Капчан. Получишь результат, и твоя мечта осуществится. То у нас сейчас уже всех почти разобрали на базе. Ну как? Артур разбирает. Ну, давай, и... давай, едь на прикрытие. М18. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Тут 15 танков, а у меня фугас. Моя пушка. Т-34-85 едет на нашу базу. А еще кто-то захватывает ее. Совсем чек. Интересно, я выдержу. У меня тут малость минус все ХП. Черт. Куда я лезу, спрашивается? Вот куда я постоянно лезу? Че мне не сидится за углом? Твою налево. Ну давай, спасай, Ис. Че это было?
Понятно. Не знаю, меня тут... Меня уничтожил М-18 откуда-то. Я не понял, откуда. М-18 это вообще что? А, Хелкот. О, мне опять не звезет-то как-то так. Нет. Этот бой не тянет на последний. Он какой-то вообще спонтанный и тупой. Нормальный. Нет. Ни капли. Все подходит. Не подходит, давай еще один. Не, все Капчан. Мне башка раскалывается. Ладно, ладно. Мне тоже надо поесть, иначе я испарюсь в пространстве. Он тигр сейчас всех нарешает. Да? Да. По-моему, нет. Вот прям сейчас и убьет всех. Даже КВ-шку я не смог завалить. Ты не знаешь силу призраков. Ладно, все, Капчан, я врубаюсь. Окей. Ну тогда всем пока. Да, всем пока. Пока-пока.